Репортажи я снимала, показывал там, какая грязь здесь там есть. И вот точно такая же есть грязь на мебельке в горячем ключе. Можно отлично поплюхаться в этой купели и измазаться грязью. Посмотрите, дети вот мажутся. Ну, я, конечно, тоже обмазался. Вот, вот такой вот я. Помогает глина от морщин, помогает. В глине содержится железо, медь. И помогает она для косметическое средство для женщин, разглаживает морщины, а также мочеполовая система и вот помогает для костей. Те, кто мажется этой грязью, утверждают, что если много ей мазаться, то возникают аллергические реакции. Ну, 1, 2, 3 раза вполне достаточно. Дама в паранже, вот смотрите. Наверное, садыгей, мусульманка какая-нибудь. Вот. Много народу приезжает сюда. Кстати, из Адыгеи сюда приезжают. Приезжают сюда из Краснодара тоже. В принципе, хороший отдых. На море сейчас, возможно, пробки, а вот тут вот вполне хорошо. Что нужно сделать, это намазаться, подождать, пока грязь высохнет, и потом обмыться. Соленая вода гораздо лучше смывает грязь. А проточная, вот дождевая или вот эта речная вода, чуть хуже. Нужно хорошо обмыться, еще домой приду, буду с мылом мыться. Каждый год немножко здесь река съедает вот этот обрыв, и он отодвигается на метр, на два. Раньше с этого места можно было хорошо прыгать, и сейчас уже этих вот возможностей нет. Но осталась такая купель. Вот так вот. Можно эту грязь собирать, сохранять и потом дома обмазывать, делать маски на лицо. Приезжайте в Горячий Ключ и берите эту мазь. Точно такая же грязь есть в бухте Инал. Есть точно такая же грязь в... Как же это место называется-то? Ух, забыл. На побережье Черного моря есть в вулкане Шуго точно такая же грязь. А, есть как грязь, вспомнил. Вот, вон пацан тоже намазался. Вон еще намазались. Популярная здесь забава. Мазаться грязями. Вот такие вот штуки. И, кстати, вот давно я не делал репортажи с мебельной фабрики. Сейчас вот как раз нахожусь здесь. Смотрите, сколько людей здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 20, 30. Ну, наверное, человек 50 здесь есть. И все помещаются. Приезжайте, купайтесь на мебельку. Координаты мебельки вы увидите. Координаты в подписи. И доехать до сюда можно или доехать до вокзала, до рынка или до мебельной фабрики. После чего спуститься вниз, вон подвесной мост, вон в том месте спуститься. И вот тут вот буквально 200-300 метров пройти пешком. Вась, ну все. Давай, заканчиваем. Приезжайте, купайтесь. Вон, кстати, вот помазалась дама, смотрите. Еще не полностью смылась. Вот так вот. Ну вот я обмылся, не знаю, помолодел или нет. Чувствую себя замечательно после этой процедуры.